Компания Apple тормозит развитие рынка мобильных приложений, считает основатель сети ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров. Он сообщает, что Apple берет 30% комиссию с компаний, создающих мобильный софт. Если компания не заплатит комиссию, то Вебстер это приложение скроют, и пользователь не узнает, что приложение скрыто по требованию Apple. Клиенты вынуждены снова и снова платить и за сами айфоны, и за каждое новое мобильное приложение. Более подробную информацию читайте в нашей статье.